Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в финальном матче Евро-2016 против Португалии. В воскресенье, 10 июля, в Париже состоится финальный матч Евро-2016, в котором сборная Португалии сыграет с хозяевами турнира, сборной Франции. По мнению букмекеров, именно французы являются фаворитами данного матча. Так, на победу сборной Франции букмекерская контора Bwin принимает ставки с коэффициентом 1,95. Победа Португалии оценивается в 4,33. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,2. Букмекеры из конторы William Hill также считают французов фаворитами данного противостояния. Так, на успех хозяев Евро-2016 контора принимает ставки с коэффициентом 1,95, а на победу команды Криштиану Роналду – 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1. Напомним, финальный матч Евро-2016 Португалия, Франция состоится в Париже на Стад де Франс.